У открытом акционерном товарыстве Вознесенский Жабинковского района уборку озимого ячменю уже практически завершают. У поля одночасово 5 комбайнов. Сёлета збожа подоспела на тыдень ранее запланованного. Усю технику подрыхтовали амаль за сутки. Валерий Демидчик, один из самых опытных механизаторов господарки, признается, секрет у подходе до справы. С самого утра до ночи подготавливали, инженерная служба обеспечила запчастями, самое главное. И быстро все сложили, отремонтировали, вышли в поле. Конечно, труд это не из легких, но все-таки надо это кому-то заниматься этим делом. Убирать приятно в кабине. Самое главное, чтобы не ломался комбайн. У этом году у Вознесенским будут собирать урожай с большим 1000 гектаров. Под озимый ячмень отвели 50. Его пустят на приготовление комбикормов. Я думаю, что на молот не будет меньше урожая прошлого года, хотя и в прошлом году у нас достойный был показатель урожайность 55. В этом году ниже он не будет. А зимой ячмень мы просчитали, что будет минимум 65. Это достойный показатель. Усяго уборочная площадь збожевых культур по области 355 тысяч гектаров. У эту кампанию пали выйдут амаль 1500 комбайнов и працевать будет больше за 400 зернесушильных комплексов. Задача стоит произвести 1,5 миллиона зерна, но с учетом тех погодных условий, которые в текущем году, скажем так, засуха в данном регионе существенно повлияла на налив зерна. Ну, не будем загадывать наперед, то, что получим, то положим в амбар для обеспечения животноводства нашей области. На дворе диктуя аграрем в области свои умовы. У Брестским, Жабинковским, Каменецким, Пружанским районах змагаются с наступствами засухи, а у Полесских районах Пинск, Столин, Лунинец с поводкой. Вот мы проанализировали данные, обследовали, скажем так, данные площади и активно ведем работу. То, что планировали на зерно, то, что повреждено, и низкая урожайность, мы их убираем на зерносинаж, и, следовательно, следом сразу сеем промежуточные культуры, в данном случае пожневные. Это различные проса, пайза, сорга, суданская трава, все, которые короткий период вегетации, пересеваем. В области уже завершается уборка озимой свирепицы, больше за 80%. Кристина Протасовицкая, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».